Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на инстаграм «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Всем привет! У нас на канале есть обзор Ford Focus третьего поколения, но вы очень просили обзор Ford Focus второго поколения. Выполняем вашу просьбу. Итак, встречаем Ford Focus 2. Это европейский автомобиль, хотя добрая половина машин на нашем рынке собрана в России. Вы можете найти эту машину в любом исполнении, от трехдверного хэтчбека до пятидверного универсала. Также есть вариант кабриолет со стальной складной крышей. Ну и добавим сюда еще минивэн C-Max. В общем, фокусы есть на любой вкус. Кузовной металл у Ford Focus второго поколения оцинкованный, но в тех местах, где протирается краска и слой цинка, все-таки коррозия появляется. Под угрозой нижние кромки дверей, пороги, также кромки арок и также участки окрашенного металла под пластиковыми молдингами и брызговиками. На дорестайлинговых Ford Focus возникают проблемы с панелью приборов. Причем не только глючит сама приборная панель, а также появляются ошибки по коншине, но и мотор может не запускаться. После сильного удара по козырьку эти проблемы могут испариться. Это все вызвано треснувшей пайкой штыревых контактов. Исправить проблему легко и просто с помощью паяльника. Приборная панель легко снимается и разбирается. То есть все это делается без особых сложностей. Нередко на Ford Focus 2 возникает течь антифриза через трубки к радиатору печки. Об этом можно легко узнать по наличию антифриза под ногами переднего пассажира. А течь возникает на соединении трубок с трубками к радиатору печки. Уплотнить эти соединения можно либо же оригинальными уплотнительными кольцами и хомутами, либо же любыми подручными средствами. А, и еще, иногда появляются трещины в самом радиаторе печки. В общем, в этом случае его лучше поменять, либо же заварить. Ну, тут уже сами выбирайте, что вам выгоднее. Все двигатели для Ford Focus второго поколения довольно-таки неприхотливые, но есть нюанс. В них нет гидрокомпенсаторов. Кстати, на все моторы, о которых мы сейчас будем рассказывать, у нас есть подробнейшие обзоры на нашем канале. Так что, кому надо, кому интересно, обязательно поищите. Бензиновые двигатели объемом 1.4 и 1.6 самые надежные и неприхотливые, но не стоит забывать о замене ремня ГРМ. Если ремень не оригинальный, то его надо менять раз в 80 тысяч километров. Также не надо экономить на моторном масле, потому что это может усугубить проблему шелеста поршней при перекладке. 115-сильный 1.6, вот этот в нашем случае 1.4, вот так вот 1.6 ездит бодрее, но может потребовать раз в 200 тысяч километров поменять фазовращатели. Старшие двигатели объемом 1.8 и 2.0 оснащены ресурсным приводом ГРМ.
Но дроссельные заслонки у них не самые удачные. Есть вопросы с заслонками во впускном коллекторе, а также надо присматривать за прокладкой пластиковой клапанной крышкой, иначе свечи могут просто утонуть в масле. 1,8-литровый двигатель имеет склонность к жору масла, но это иногда лечится заменой поршневых колец, ну если геометрия цилиндров не нарушена. А вот 2-литровый мотор таким не страдает, но рано или поздно может зашелестеть его напарник – двухмассовый маховик. А подробно об этих моторах обязательно посмотрите в наших подробных обзорах. Заряженные Ford Focus 2 оснащены рядной турбопятеркой от Volvo. И несмотря на свою мощность, эти двигатели даже можно считать менее хлопотными, чем рядные четверки. Кстати, у нас на канале, опять же, есть подробный обзор этого агрегата. Дизельные Ford Focus встречаются гораздо реже, и почти все они были пригнаны из Европы. Младший двигатель 1.8 – это детище компании Ford с его архаичной конструкцией, в которую внедрили Common Rail. У него 8-клапанная чугунная ГБЦ, а также две цепи ГРМ. Причем нижнюю цепь ГРМ с 2008 года поменяли на зубчатый ремень. Да, зубчатый ремень, купающийся в масле, появился задолго до литровых экобустов на автомобилях Ford. В целом же это надежный и долговечный двигатель. Подробнее о нем в нашем подробнейшем обзоре. А вот 2-литровый мотор – это французский мотор, который хорошо известен по Peugeot и Citroën. На этом автомобиле устанавливалась его 16-клапанная версия. Абсолютно надежный мотор, если не был упилен предыдущим владельцем. В общем, подробнее в нашем обзоре на канале. Обязательно посмотрите. Двигателями рабочим объемом от 1.4 до 1.8 устанавливали старую трансмиссию IB5. С двигателями 1.8 она служит плохо. Резкие старты с места с пробуксовкой, ну, буквально убивают дифференциал с раскалыванием сателлитов и пробиванием корпуса трансмиссии. Также страдают подшипники валов и втулки. Дифференциал можно усилить улучшенными осями сателлитов, а также установить улучшенный дифференциал даже с самоблокировкой. Проблема этой трансмиссии настолько актуальна, что владельцы автомобилей с двигателями 1.8 меняли эту трансмиссию на ту, которая работает в паре с двигателем 2.0. Помимо самой коробки передач, нужно установить подходящие для нее полуоси, стартер, комплект с корзиной сцепления, двухмассовым маховиком и выжимным подшипником, тросами и даже нижней опорой двигателя. Еще есть вариант сохранения корзины сцепления и одномассового маховика от IB5, но для этого надо выточить подходящую проставку под маховик. Более надежная механическая трансмиссия – это MTX75, которая работает в паре с двигателем 2.0. Там надо следить за герметичностью сальников, а также менять масло хотя бы раз в 75 тысяч километров. С дизельными двигателями объемом 1.8 и 2.0, а также на заряженных Ford Focus RS и ST трудятся 6-ступенчатые МКПП. Они разные, но надежные. Быстрые современные АКПП по меркам 2000-х годов у Ford тогда не было, поэтому на Ford Focus второго поколения устанавливали 4-ступенчатую АКПП, ранние варианты которой еще устанавливались давным-давно на Ford Escort. Но зато эта трансмиссия надежная и ремонтируется недорого. Правда, ремонт изношенного гидроблока может оказаться очень дорогим, а чтобы продлить ему жизнь, надо менять АТФ каждые 60 тысяч километров. На заправку уходит около 5 литров АТФ Dextran 6. Ну, а фильтр становится доступным после снятия поддона. Итак, мы на 100 и продолжаем. Замок капота находится сразу за
значком Ford. И это не самое лучшее решение, потому что в слякотную погоду в личинку может попасть вода, и она, естественно, замерзнет в морозную погоду. Кроме того, нередко слетает тяга от личинки к замку, и тогда открыть капот без специального инструмента и навыков не получится. В этом случае тягу можно заменить на новую. Утечек антифриза можно ожидать как по трубкам под расширительным бачком, так и по трубкам к радиатору печки на стыке с моторным щитом. Там со временем рассыхаются уплотнительные колечки. Отдельно их купить нельзя. Но туда подходят расширительные колечки, которые устанавливаются в ГБЦ моторов Ford. Лет через 12-15 можно ожидать растрескивания расширительного бачка. Если появилась паутина из трещинок, то лучше этот бачок заменить превентивно. Чаще всего трещинки появляются на его донышке. Ford Focus второго поколения оснащался как гидравлической рулевой рейкой, так и электрогидравлической. Обычная гидравлика досталась автомобилям с двигателями 1.4 и 1.6. Все остальные варианты получили электрогидравлическую рейку. Оба варианта достаточно надежны, но рейка с электронасосом может огорчить поломкой платы управления этого самого насоса. Также этот насос может загудеть, с этим гулом можно ездить долго. В этом случае можно поменять электронасос на бэушный, либо же есть вариант ремонта этого насоса с заменой подшипников. И не забывайте менять масло в обоих системах усиления хотя бы раз в 2 года. Это значительно продлит им жизнь и предотвратит замерзание. А замерзает, естественно, конденсат, который примешивается к маслу. Подвеска у Ford Focus второго поколения простая, надежная и ничем не примечательная. Но есть неоспоримый факт. Рулятся эти машины бодро, живо, естественно и безопасно. Не очень долго ходят в передней подвеске стойки стабилизатора. Оригинал стоит $55. Рычаги, а именно шаровая опора и сайлентблоки, ходят примерно по 200 тысяч километров и более. Шаровая опора меняется без всяких вопросов, то есть откручивается, снимается, меняется. Но оригинал стоит $150. Есть заменители по $20. Задние сайлентблоки этих рычагов продаются по оригиналу отдельно. Стоимость $50. Но есть заменители в 2 раза дешевле. Передние же сайлентблоки предлагаются только от неоригинальных производителей. Стоимость хорошего неоригинального $10. И еще обратим внимание на опорный подшипник правой полуоси. Ходит он примерно 200 тысяч километров, но когда изнашивается, становится источником вибраций во время движения. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Ходят сайлентблоки задних рычагов по 200 тысяч километров. И когда приходит черед их замены, то надо срезать все крепежные болты. И никаких балок в задней подвеске Ford Focus второго поколения не было. Отдельно продаются передние сайлентблоки продольных рычагов. Стоимость по оригиналу $30. Вот этот рычаг-косточка тоже стоит $30. Нижний вот этот вот рычаг подпружиненный $100, а верхний $450. Для всего много аналогов и заменителей. А вообще продается для Ford Focus второго поколения для задней подвески набор из 6 продольных рычагов и крепежных болтов. Стоимость те же $450. Вообще заднюю подвеску Ford Focus второго поколения надо перебирать вот всю, чтобы не лазить в нее следующие 200 тысяч километров. Почти у всех фокусов второго поколения отламывались уши верхних опор задних амортизаторов. Когда уши отламывались, то затем слышен громкий стук и грохот в районе багажника. Эти опоры продаются отдельно. $150 оригинал, заменители по десятке. Все ступичные подшипники идут в комплекте со ступицами. Передние подшипники слабоваты в оригинальном исполнении. Стоимость $260. Задние ступицы по $50. И, кстати, не оригинал передних ступиц, $50. Опорные подшипники передних стоят по $45, а выхаживают 200 тысяч километров.
Многие говорят, что Ford Focus второго поколения лучше, чем Ford Focus третьего поколения. Эта машина простая и не капризная. Владельцы этих автомобилей проезжают на них 3-4 сотни тысяч километров без поломок. Эта машина проста в обслуживании и недорогая. И если вы найдете Ford Focus без ржавчины и без дымящего мотора, то это прекрасная альтернатива бюджетникам типа Logan, Solaris, либо ну какая-нибудь Lada. Потому что это 100%-ная европейская модель C-класса со всеми ее преимуществами. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие качественные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».